поставил звездочку на себя, а вот тут должен находиться весь ряд сейчас. Иначе вы ЛЕшками заберете жреца, которого не надо забирать. Танидес. Кто? Жрец, которого бьет рейд, надо танчить. Резист не обязательно так часто он стоит же. Ну там доты просто висели, они кончились. Это они на прошлом контроле. На прошлом тебя бьет от стерга. Там да, бывают червячки всякие и прочая хуйня. Я не могу, у меня в КД грипп, он в овце почему-то идет. Антонидас, ты слышишь, что я тебе говорю? Я слышу. Ты отводишь жреца, который бьет рейд. Тебе метку поставили. Одну сторону. Один жрец, другую, во вторую сторону, другую жрец, и сюда мне. Босса меня пойти не могу. Ты можешь отойти в любую точку комнаты. Ну где ты? Где страх и овца? Где стан? Где сало? Бласт.
Че, мне спекаться? Да, спекайся. Да, пью. А Кишмиш это кто? Байер. Что, все тут? Меч или хочет? Нет, Гудак. Два байера вон, Варлок и... Так Пал. На грудь Пью сказал, будет забирать. Не, на офф, я писал, что только на офф, если никому не надо. Пизда, у тебя паладин жесткий, столько Пью есть. Бля, ну я тоже мог тогда взять. Ты только камешки 30, вот эти выносливости, смени на 54. В кольце там, в тапках. Кольца и тапки менять, я золоман и вот око собираюсь закрыть и поменять. Просто не стал ставить. Потому что менять буду. И тут по сути с брюлями вообще так нормально. Ух, понял. Полина. Там Полина отошла покушать. Там 4 хила у вас остается, получается, шторм, 2 друида и лицо. Мобильный банк у кого не на КД. Ступеньками там не танчит, с перепадом не достает. Слушайте, блять, такой вопрос: где-то можно купить персонажа? Я не знаю, как сказать-то. Ну, если хочешь баланс, ну, фан, хочешь, то забанить там. Третий катый персонаж, сколько будет стоить? Лучше ты так не рисковал. Стоит, да? Вообще не стоит оно того. А нахуя тебе персонаж третий ката? Я паладина хочу. Блять, это ошибка. Почему? У тебя есть друид, блять, воин. Нахуя тебе еще паладин? Так рисковать из-за персонажа, который, блять, будет слабее, чем все твои. Что-то произошло там, да, танки.
Да, что-то произошло. Спонтанно, без диспела. А, без диспела из-за этого сагрились 10 мобов, да? IP-адреса с другого чека, с какого IP-адреса начали заходить и кем ты раньше играл. На какой IP-адрес заходил? У тебя вычислят 6 секунд просто. Ну, это понятно. А вот тогда, допустим, если я буду донатить поставки, ну, сильно дорого будет. Допустим, там, не знаю, с 5-й каты там до 3-й апы. Сколько это примерно поставок? Пару месяцев примерно. Обычных, да, поставок? Обычных, конечно. Ну, если ты с учетом одевать его в ТРМПРБК, мало ли, человек приехал. БГ. Приехал, не приехал, понимаешь, он будет заходить со своего IP на другой персонаж. И он никуда, получается, что не уехал, а приехал. Для этого пишется тема, я там переезжаю, продал квартиру, покупаю в том-то городе, играл он в таком-то айпишнике, вот мои данные, вот мое мыло, там все. А если это динамический IP-адрес, что делать? Да херня это все, я вон в Запорожье рубился, сейчас в Москве вот сижу и ничего, все нормально. Персу 2 года уже. Все нормально, но ты же не играешь с того же IP-адреса и заходишь на другого персонажа. Ну, на другие аккаунты. Стал заходить с другого. Стабильно, я понял, про что он. И с того ты уже больше никуда не ходишь. А. Танки, вот вы меня извините, но... Вы либо как-то говорите, вы умеете же говорить в Discord, либо вам надо говорить, либо... Ну, делайте так, чтобы не вайпался рейд. Вот мы сейчас вайпанулись, лежим. Это не есть хорошо. Если вы сагрили 6 мобов, заанонсите это. Отдайте прожимки. Сделайте так, чтобы милики отошли. Скажите им об этом. Вы ничего не говорите, ничего не делаете. Еще раз. Агрите, пожалуйста, одну какую-то пачку. 3 моба. Убьем их спокойно, аккуратненько. Никто не сдохнет. Они 6 мобов. Куда я улетел? Ставьте тут шкаф, там надо людей сумонить. Сначала. Сейчас поставим. Ты чё кричите? Сейчас будет больно. Сдадут сакру. Ну, забил, они ничего не говорят. Зальём ауе и всё. Мы ж не видим, да, что вас там закинут. Байер, пока не надо, этот босс сделан. Мобильный банк тыкните у кого не на КД. Прикол, нажимал стамину, а телепортацию он вообще хрен знает где. Как он портанулся? Специально для миликов. Крестик и черепок не уешат. 20 тысяч в секунду. Магии убивают, ваншот. Агрите только одну сторону, отводите назад. Где я отсюда, Оль? Вот 2 танка, на них метки, квадратик и кружок. Было бы замечательно, если бы один танк взял черепок и отвел его к одной стороне, а 2 других моба держались на другом танке, и милики могли бы бить того моба, на котором нет метки, потому что он не крутит вертушку. Бой, а ты можешь все это записать и скинуть в Дискорде, я перед сном буду слышать? Да он лекцию читает, но ты не понял, что ли? Такой умиротворительный голос, мне так нравится. Да я устал, бот. Типа, знаешь, АСМР есть вот такая же хуйня какая-то, что-то расслабляет. Просто вы, я не знаю, понимаете разницу. После робота еще хотел сказать. Вот как вы думаете, убить одного босса
легче один раз за 10 минут прям в берсу там но убить и все живые, либо за 2 часа траев и пытаться его убить за 8. Лично я дальше молчал, потому что с самого начала инста, что в гере, что здесь, чистились трэши паками и никто ничего не разводил. Я привык, что одна пачка пользуется Центурионы, разводится и все остальное. А здесь не убирается. Поэтому сижу молчу. Молчание, видишь, к чему привело в предыдущий раз. Пулины, лишние мобы, вайпус, весели, абсолютно весели. Мы потратили много времени. Вот время не только у вас, у каждого оно есть. Оно есть у 24 людей, которые с вами идут. И у всех какие-то дела есть. Подумайте над этим хорошенько, постарайтесь. Ебать, какие могут быть дела во время РТ, охуеть. Ценить время других людей тоже. Сейчас. Не, я вообще засыпаюсь. И дальше. Вот стоит. Кого ждем? Кого ждем? И они собираются с мыслями просто. Пытаются подумать. Стан, ваше время. Резист, можешь с инквизитора стилить поэску. Он ее на себя постоянно кидает. Че, кстати, пистон попал? Да. Да. Ты что? Собрал. Тебе бы, кстати, Редвар тоже пистон не помешал. И клык еще с Сидры. Там вообще про товары, которые сейчас. Клык есть, я бы забрал на РБК, а вот пистон мне не. Да не, там на роботе реально. Видео, если посмотришь, там есть. Очень-очень мощный герб. Спайл. Как мне сказали, из меня танк не худеешь, так что нахуй. Кто тебе такое сказал? Чё ты начинаешь? Из похуя танк хватит, пускай танчит. Не знаю, лучше про товара танка нет, по-моему. Сука, музыка для моих ушей. Стан. Каждый второй хитрый в танк, нахуй, что ли, да? Знаешь, Делорус, что я на циркуле слушал в течение 5 лет? Или в течение скачки? Панк-рок? С 2009 по 2008. 9 лет. Я слушал про товары говно, про товары обоссанное говно, не умеют танчить, нихуя не держат агро, издыхаются на птички. И вопреки всему этому, у меня был бисквит на товар. Не знаю, я смотрел гайды, когда на РС-ку, там на Синдру в целка. Там, ну, за танка, и там был про товар, именно тактику рассказывал, и видос про протовара был. Мне понравилось. Вов рейдер, я знаю. Да. Как он чарджился после приземления, типа, ой, после дыхания там или что-то типа того. Ну это официалка. Ну да, классно. Мне понравилось. Протовар не говно. Ой, забери, Миша. Ну я согласен, типа у него с ОЕ проблемки, ну блять, рейд-то это в основном босс, а трэш может и полосатый потанчик. Угу. Видишь, как кайфовый танк вообще. Я видишь, всеми четырьмя поиграл. Ну скоро в Т6 или когда там будет прото-демон, так что начинай Лока прокачивать. Ну если что, у Даркиса поинтересуешься, он за эту тему вообще батя. Ставь шкаф. Ты еще скажи шаман танчить. Ебать. Не, это ж классику, возвращаться не будем. Так, на циркуле ж танчили энхом целую кашку. Это параша все. Ну, танчили же.
Я понимаю, если бы халио на 25 гер, тогда ладно. На фениксах пил, на боссе Андонидас. Андонидас, танкуешь инженера. Правые два твои пил. Оружие все собирает Андонидас, пил ты забираешь сокрушение. Чек на пул. Еще раз, по поводу сокрушения, я не совсем понял, что это. Это топор. Является оружие, куча. Двуручный топор сокрушения. Ты таунтишь его на себя и танчишь отдельно от всего другого оружия. Гнар и баба. Бабу мы танчим там, где она стоит, или отвадим угол? Бабу сорвет какой-то РДД и будет танчить. Ты главный сабвинар танчишь. Это будет Джинуэн, скорее всего. Запускаем босс. Только надо, наверное, сабвинара отвести от бабы, да, Войс? Пил сангвинара, держишь где-то вот здесь. Вы понёмся, я об этом скажу. Видишь меня? Да, вижу. Ее милики вообще потрогать никак не могут, да? Здравствуй, будет. Яма. Вертушки. Опа, я потрогал разок. Платить, да? Он под себя бомбу ложит или в танка? Под себя. Кайфово звучит. Под себя ложит. Про товары увидел и под себя наложил. Бля, сокрушение заберите из рейда только. Кто там сокрушение держит? Маратосину поднимай Норси, Норси Элбрила. Мосса Элбрила. Порешал Норси.
От вара отойдите все. Не надо стоять у вара, я сейчас ГП начислю тем, кто рядом стоит. Коника. ДД по инженеру. ДД по инженеру. Еще раз повторяю. Жену я на Элгрилу подниму. У тебя мелики в яйцо.
Осторожно, не убейте кота. Видим красных людей. Пятьдесят семь у босса. Нет, не надо, Андонис. Фаза. Феникс, убили быстренько. Лок, не ауешьте. Давай, Бэрри. Шторм, встать можешь? Упадем. От тебя толку, как от ребенка. Победить. Норси, БР остался. Твоя карта бита. Мра точно поднимешь. Порешал, шторм поднимешь. Развод. На свиток мы инспекцию нажимаете.
Данис, ты уверен, что на мейнспек ты хочешь? Там нету на танк шеи. ОМОС и ГЦ. Какой кусок второй на катке? Там же коты. А, они носят, да? Коника на транс, типа? Да-да.